Вообще, вы знаете, идея этого, вот именно этого Дня города, ну хотя, наверное, оно всегда это предполагалось, но как-то мы сделали, наверное, акцент больше на то, чтобы не только мы развлекали как-то вот, да, жители нашего города, чтобы они все могли принять участие хоть какое-то, но вот свое именно участие, чтобы они стали частичкой этого праздника. Поэтому вот тут у нас и СНТ, и вот эти вот флешмобы, которые связаны просто с людьми, которые живут в нашем городе.